Во вторник, 14 апреля в 21:00 на канале 1 плюс 1 начинается показ комедии «Останни москаль». Зрители смогут посмотреть сразу две серии долгожданного фильма, в котором есть очень много шуток и смешных ситуаций. Следует отметить, что «Останни москаль» – история о богатом сыне богатого отца, который по прихоти судьбы попадает в село Большие Вуйки, в самом сердце украинских Карпат. Главную роль в сериале исполнил настоящий москаль, российский актер Игорь Скрипко. После съемок в сериале он даже выучил украинский язык и проникся гуцульским юмором. Режиссеру комедийного сериала Семену Горову неоднократно приходилось останавливать съемочный процесс, ведь актеры просто не могли остановиться и смеялись часами. В сериале сыграли популярные украинские актеры, в частности, главные роли достались Владимиру Горянскому и Юрию Горбунову. Подробнее о комедии «Останни москаль» читайте на сайте moskal.1plus1.ua. Ссылку на этот сайт вы можете найти в описании к этому видео.